давно хотела осветить и который я давно хотела поднять на своем канале. Я даже не знаю, как ее назвать, потому что вам придется мне в любом случае помогать это делать. Потому что я вижу иногда такое, где говорят, да это не косметика, да это не бюджетная косметика, это косметика для нищих, это косметика для бомжей. Возможно, после этого мой канал закроют за пропаганду и призывы. Но, уважаемые москвичи, если вы живете в сытом, не таком уж и большом уютном городишке, где цены такие же, как здесь, или даже ниже местами, где зарплаты в разы больше, не местами, а вообще у всех, не надо думать, что вся оставшаяся Россия – это бомжатник или это сбор какого-то сброда, да? То есть, если мы не машем на наших каналах люксом, это не значит, что мы какие-то второсортные. И это не значит, что мне должно быть стыдно. Потому что, когда я пришла на YouTube, у меня были свои какие-то цели, свои какие-то задачи. И уж как бы вот чем я точно не занимаюсь, так я не барыжу косметосом. Вот, как некоторые, кто очень, видимо, сильно себя уважает. Ну, это вообще как бы разговор уже 26-й, а вообще сейчас просто о бюджетной косметике. Итак, девочки и мальчики, для тех, кому интересны бюджетные находки, бюджетные новинки, я думаю, что вы забрели на мой канал совершенно, между прочим, очень кстати. Для, разумеется, супер топовых московских бьюти-блогеров и девуль, значит, которые зарабатывают больше там, вот которые от 50 тысяч и ниже, да, как вот у нас Юленька наша вот эта вот любимая рассказывала. Вот, вы знаете, вот все в России, практически все, оно живет от 50 и ниже. Ладно, уже минуту прикалываюсь по этому поводу, поехали дальше. Итак, я купила холст всего за 158 рублей, но я решила расписать его лаком для ногтей. Я не знаю, как вам такая идея, нравится она вам или нет, пишите в комментариях, потому что у меня реально очень много лаков, выбрасывать их не поднимается рука. Я думаю, картина, написанная лаком для ногтей, а не каким-то банальным маслом, как среднестатистическая вообще мечта. Я так делать не хочу. Я буду писать картину лаком для ногтей. Вот. Кто, кстати, уже имеет подобный опыт, пожалуйста, помаячьте, что там будет с ним дальше, как быстро это все отвалится, потрескается, или это будет висеть годами. Вот мы как бы с вами и проверим. Итак, кружечка кофе совершенно потрясающая. Наконец-то, боже, боже, наконец-то в мире появился единственный не идиот, изготовитель банок для кофе. Это самое вообще логичное, что только можно придумать. Потому что кружки имеют способность биться, а банки с кофе по большей части люди просто выбрасывают. Вот. Гениально, да, гениально. Не смогла пройти мимо, вообще не смогла. Вот. Поехали дальше. Итак, что касается увлажнялок. Вот такая вот потрясающая совершенно пшикалка. Она может давать усадку вашему мейку, но она не продлит его стойкость. Вообще, как бы утверждают, что это не продлевает стойкость, я не знаю. Мейкап Форева, никакой не плацебо, в плюс 40. Мейк, сделанный профессиональной китайской маркой в плане фейса. И, если не ошибаюсь, это был Urban Decay Naked 2, да, что в этом роде.
Продержался мейк день, сверху побрызганный мейкап Форева фикс. Не верите, проверьте, как говорится. Мезороллер очень важная штучка. Вот новосвит гиалуроновая кислота, это гиалуронка плюс коллаген. Может выполнять роль разглаживать губы перед сводчами для блогеров, разглаживать веки перед съемками для блогеров. Вообще все разглаживать. Нужно делать глицериновые слезы. Вот. Понимаете, потому что мы вот в провинции живем, да, на копейки. У нас как бы башка варит. Понимаете, в чем дело? У нас как бы это приспосабливаемость к окружающей среде, она как бы выше. Потому что нам-то нужно еще выжить, в отличие от московских бьюти-блогеров, которые просто показывают люкс, люкс, люкс и еще раз люкс. Нам еще как бы помимо этого надо еще как-то выживать здесь, честно. Поехали дальше. Итак, Биокон, я не советую брать этот бренд. Я очаровалась небольшим остатком в баночке. Мне показалась очень забавная идея именно относительно того, что это, по-моему, совместное Франция, Украина производство, но здесь дело не в том, что Франция, цена очень бюджетная, подчеркиваю, где-то 200 с чем-то рублей, я брала это не в своем городе, я брала это на сайте, я связывалась с сайтом, но сайт сказали мне, а теперь внимание, то есть у нас есть, говорит, купленный журналист, который про нас пишет на Арикамине. По-моему, я выдала сейчас только чью-то тайну. Кстати, покажите мне хоть кого-нибудь, кто на Арикамине заработал хотя бы цент. А мне одной кажется, что Арикамин это платная купленная залепа, которая выглядит как будто бы якобы сборище чистосердечных откровений по поводу косметоса. Но я не знаю, правда. Что-то как-то смахивает на платную купленную залепу. Потому что если вы туда зайдете, вы там увидите ООО, там шаг вправо, шаг влево, расстрел, прыжок на месте, попытка к побегу. Вы просто почитайте вот это вот их соглашение, которое вы, значит, подписываете перед тем, как там начать что-то калякать. И там просто черным по белым будет написано, вы идете нафиг, если нам что-то не понравится. То есть можно прочитать вообще все это бешеное соглашение. Но суть его сводится к тому, что если вдруг в день вы оставляете там больше одного отзыва, или ставите больше 3 лайков, или если у вас почта не как у какого-то ничтожества собачка Mail.ru, а именно там именная почта, значит, это все приравнивается к спаму, и вы идете нафиг. Сколько бы раз я не пыталась там зарегаться, это, короче, дохлый номер. Так что, в общем, не верьте, а рекомендую, хватит вот это вот вжевывать, вот эту вот фигню. И вот эти наши принципиальные такие вот эти, как их, такие типа новаторы, такие типа вообще правдорубы, косметосы, считай, вот никто про это вообще не говорит, хотя все знают. Итак, что заслуживает вообще реально большого классного внимания? Это из Малайзии прислана улиточка, потрясающая совершенно. Потрясающий совершенно бюджетный бронзер от Evelyn Cosmetics. Написано Professional Art Makeup Natural Bronzing Pressed Powder. Pressed, это, видимо, прессованное. Годно до 2018 года. Вот такая четверочка теней. Я очень довольна. Очень довольна. Четверочка теней всего 95 рублей. Мне очень понравилась Рута Однушка.
Вот. И я еще купила такой, ну, не очень-очень хороший, так себе из разряда корректора, консилер какой-то, два в одном, якобы с подсветкой, нет никакой подсветки, это неправда. И, кстати, если сравнивать Art Visage и Эвелин, на мой взгляд, Art Visage в оттенке 102 лучше, чем Эвелин в оттенке. Ну, а сейчас я вам скажу, какой. А тут, по-моему, вообще никакого оттенка нет. Вот я смотрю, смотрю. Объем 7 миллилитров. А, нет, 0,5 ньют. 0,5 ньют. В общем, надеюсь. А, и очень-очень обожаю шиммерный 21 оттенок. Рута. Color Play. Такое вот название, заимствованное у бренда Inglot, естественно, потому что до Inglot на русском бьюти марафоне, я вообще вижу Russian, до Inglot в Russian Beauty марафоне Industries не существовало никаких колорплеев. Ну, это, конечно же, ладно. Он потрясающе красивый, он мягкий, он сатиновый, он очень классный. Вот этими всеми продуктами я очень довольна, за исключением вот Professional, тоже Art Makeup, консилер 2 в 1, обещает подсветку под... Вот, девочки и мальчики, еще хочу вам показать такую классную новиночку. В моем личном бьюти-гардеробе это новинка. Это линейка Сьос против выпадения. Шампунь и бальзам. И еще я прикупила вот такие микромасла. Эликсир. Вот вместе, втроем они работают просто супер. То есть, если вдруг вы сильно испортили волосы, или там вам нужно как-то быстро, чтобы они выглядели просто супер, вот обращайтесь именно к этим средствам, потому что они очень-очень классные, они мне правда нравятся, я их все покупала в разнобой. То есть один шампунь я покупала в одном магазине, бальзам я покупала в другом магазине, и микромасла я заказывала вообще с сайта. То есть это никакая не проплаченная реклама, это вдруг я почему-то решила, что пусть вот будет как бы Сьос. Попробую-ка я его вдруг. Вот я попробовала, мне понравилось. Но я точно вам говорю, что это нельзя подсаживаться надолго. Это нельзя подсаживаться вот прямо там, пользуемся только этим, этим, этим. Оно иначе перестанет работать. То есть нужно обязательно чередовать. Но у меня вот сработало достаточно неплохо. Причем неожиданно неплохо. Потому что вроде бюджетная марка, вот такая вот большая бутылка. Объем здесь у нас сколько идет? 500 миллилитров. Представляете? Вот он стоит где-то... Он стоит что-то 200, там, я не знаю, 60, 280, какая-то такая цена. И микромасла вот эти, она, конечно, совсем такая малекусечка, как я уже и говорила. Три варианта применения, она где-то стоит 300. Вот. Ну, расходуются быстро, хорошо расходуются, это я вам точно могу сказать. Ну, вообще, сами по себе средства очень классные, и мне очень нравятся. В общем, кто убил волосы, попробуйте реанимировать к отпуску. Вот, всех люблю, целую, всем всего хорошего, пока-пока.